Всем привет! С вами Арксплюй. С вами Арксплюй. И это не летсплюй. Это обзор нового глобального обновления под названием «Контракт провидца». В прошлый раз было тоже глобальное обновление, там еще там СФшка была, но я тогда не делал обзор, это, конечно, неправильно, я должен был сделать, должен. Вы же не можете без меня зайти и прочитать, нет, конечно же. Давайте начнем, я специально перемотал на самый первый день, день номер один. День один это первый день, если что, если вы не поняли. Здесь, оказывается, какой-то типа мультик есть, написано «Контракт». Начнем с самого начала, нажимаем сюда, опа! И начался мультик, такой пошаговый мультик, оп, оп. Поцик прыгает. У меня в списке лишь одно имя. Интрига. Только поэтому я пощадила твоих стражников. Пощадила? Это девушка? Ну ладно. А, это который вверху говорит. Это Марта. Это же Марта. Не всех пощадила. Как я погляжу. Список может быть гибким. А, нет? Ну ладно. Так, а мое время нет. То есть она говорит, что ее время не гибкое. Список гибкий, а ее время нет. О, Мортред, ты даже не представляешь. Ты знаешь мое имя. Я знаю намного больше. Это говорит розовый вот этот чувак. Ой, голубой чувак. А кто это такой-то вообще? А, это же есть провидец. Это же провидец. Он знает ее имя. Он же провидец. Там о чем вообще? Это же ванга местная. Я наблюдал за этим моментом в сотне различных вариаций. Иногда ты убивала меня. Иногда я убивал тебя. Как же это оригинально, Господи Иисусе. Но без относительного результата одно оставалось неизменным. Ты всегда не знала, зачем тебя отправили сюда. Открой же нам истину-то, Господи. Интрига. Довольно. Мне дается имя. Это все, что мне нужно. Если бы это было все, что тебе нужно, я был бы уже мертв. Оно давит на тебя сознание того, что ты изменяешь мир неизвестным образом. Мои поступки. Да что ты можешь рассказать мне, нет. Все, если пожелаешь, но сначала одолжение. Ну сколько много текста-то, Господи, я столько не читал никогда в жизни. Большинство людей смотрят на звезды и видит образ лучника или краба. Вот я очень часто вижу краба. Всяких раков, крабов вижу. Я вижу реальность. Окно в целые созвездия времен. В чем-то они похожи на пророчество. Каждый раз, когда меня убивают в каком-то другом мире. Это предупреждение для меня в этом. Я очень понимаю, что здесь несут. Особенностью, когда говно, куча наверни дерьма, бла-бла-бла. И ты хочешь, чтобы я убила сначала их? Всех до последнего. А, еще раз, всех до последнего. Это он типа темный такой стал. А все? Короче, он сказал, что хочет, чтобы она всех убила. Все, что я понял из этого мультика. Так, грузим дальше. У меня слишком быстрый интернет. Вот. Очень быстро. Это лагает не сама Dota, это лагает именно само видео. Потому что это же видео грузится. Сейчас оно прогрузится и нормально будет. Все. Контракт провидца. The Forest Gum переводится. Вот мы видим, что день второй. Поехали. Возникает великий провидец. Давайте... Ну, что я могу сказать про этого героя? Я за него играл очень мало, потому что в первой доте, когда он появился, я практически в этот же момент уже начал переходить во вторую доту. Вот в один момент все это произошло, поэтому я практически за него не играл. Я не помню его скиллы, давайте прочтем. Fortuna's End. Сфокусируйте свои силы в снаряд выжигающего энергии, который останавливает врагов и снимает с них положительные эффекты. То есть... Снаряд, который снимает положительные эффекты. Типа как второй скилл у Омника, только без защиты. Так, дальше. Ненадолго ударите свою цель иммунитетом к магии, увеличив остальной урон по ней. Ха. Подожди, иммунитет. Это что-то типа как астрал упугны. Ну, в принципе, то же самое. А, нет, астрал упугны, только наоборот. То есть Астрал Пугна защищает от физ урона. Здесь наоборот, защита от манги, при этом физ урон будет увеличен. Типа Маднеса даже, похож Маднеса. Еще бить нельзя, это вообще бред какой-то. А смысл давать иммунитет к манге, при этом человек не может бить? Не знаю, надо смотреть будет, зачем делать. Потом, третий скилл. Мгновенно обожгите союзника или врага, затем постепенно вылечите их. Что за бред? Что я вообще читаю за говно? О, скиллы, по крайней мере, вообще непонятны какие-то. Ну, ульта. Придайте союзнику невидимость при движении и атаке, задерживая весь полученный им урон и лечение до того момента, как заклинание иссякнет. То есть это, в принципе, все, что он делает, это он и лечит, и дает иммунитет, и снимает бафы. Я, короче, скорее всего, сделаю потом отдельное видео, это, может быть, даже будет сегодня. Мы посмотрим его в Dota-тесте, но она, наверное, долго будет грузиться. Ну, идем дальше, короче. Вот мы видим новая Аркана. О, как красиво сделано. О, как красиво, а. Valve, ссаные ничтожества. За что вам платят деньги и убытки? Мне здесь очень тяжело прочитать что-либо. Но я могу здесь вот это прочитать. Вот вы сейчас видите кучу говна на экране? Я то же самое вижу. Это Valve. Это просто Valve. Надев этот предмет, вы получите следующее особое улучшение для Phantom Assassin. Первое. Улучшаемое оружие. Второе. Враги видят особый эффект при срабатывании на них копорфила. Значит, такое копор. Убийство этим героем отмечается мемориалом на поле боя. Кстати, да, такой типа крестик будет. Анимированный смайлик для чата. Нахрен не усрался никому. Уникальный портрет и иконка на миникарте. Может быть. Новые визуальные эффекты для всех способностей. Новые анимации обращения с двумя мечами. Измененный голос. Новый портрет героя и иконки. Ну, все как еще то же самое. То же самое, что было у SF, и то же самое, что делает всегда Аркана. Нормальная Аркана. На Тинкере, по-моему, тоже была Аркана. Но там у него были тапки, травела. Я вот не помню, на Тинкере травела это Аркана или это говно? По-моему, Аркана. Если она меняет его скилл, значит Аркана. Анимацию. Так, оформите предзаказ. То есть даже есть предзаказ этого сраной Арканы, да? Прикиньте, да? Вот на чем они бабло рубят. Идем дальше. Арсенал защитника провидца. Узрите кончу своих врагов. Вот почему здесь нету 18+, пишут про кончу. Узрите белую кончу своих врагов с новыми наборами для кентавра, клокверк, тимберсав. А что за наборы? Сеты, в смысле, новые сделали. А мы их не увидим, да? Я боюсь это сжать. Ладно, не будем все сжать. Короче, что дало обновление? Да, во-первых, Аркану. Во-вторых, во-первых, нового героя. Я уже прочитал. Аркану мы прочитали. Скорее всего, новые сеты для Кентавра, Клокверка, Тимберсава, Венасрансер, Некрасив, Дихлофос и так далее. Идем далее. Вот это что такое? Амулет защитника провидца. Оракул зрит в будущее. Способны ли вы на это? Используйте бла-бла-бла в начале игры в режиме LP, чтобы предсказать победу. Так это же есть. Есть же предсказание победы, подожди. Кстати, это у всех будет. Вот это было бы уматно, если было бы уматно. Смотрите, вот есть предсказание победы, и оно было только у тех, кто покупает компедиум. Я покупал компедиум на старом аккаунте, там полно игр у меня, да? Но я на новый аккаунт не могу этого перекинуть, поэтому тоже было печально, что я не могу предсказывать победы, набирать какие-то награды. Если это всем дадут, этот обосранный амулет, было бы вообще шикарно. Было бы прикольно. 3 сбывшихся предсказания превратят амулет в сокровищницу. Да ладно. Что? Что? То есть, если я 3 раза предсказываю, типа, мне будут сундуки, что ли, давать открытые? Ну, я не верю. Ну, посмотрим, ладно. Ублюдки! Вот самое главное. Ах, вы скотобаза, а! Предмет доступен к покупке. Ну, понятно. И то он на временный. То есть его нужно покупать Что вы делаете? Покупаете предмет, если хотите. 3 раза правильно предсказываете победу, вам выпадает сундук открываемый. Вам не нужно будет ключ покупать, вы просто открываете сокровищницу. Получаете арты, но этот амулет он временный, потом он не будет работать. Ладно, идем дальше. Новые модели Crippled. Crippled of Nave Model. Вот у меня английский разговорный уровень. Осмелев после разрушения вражеских строений древние. Бла-бла-бла. Ну понятно. О, героические статуи, потом прочитаем. В чем суть? Как я понял, скорее всего, в начале крипы у них будет одна модель. Когда сносят один лайн, да, сносят казармы на лайне, у крипов появляется вторая модель. Они же такие сильные будут, да? Короче говоря, новая модель у крипов будет. А это что такое? Подожди, героические статуи. У статуи нету рук. Игроки, купившие компедиум за International в этом году, блин, у меня есть, но на другом аккаунте, могут продемонстрировать свой героизм новым способом. Статуи героев — это новая функция, позволяющая игрокам создать своего героя вместе с любым своим... В смысле? Чтобы создать статую, используйте предмет... Позу для статуи. Типа теперь у кого есть The International, они могут перед игрой выбрать статую, то есть выбрать персонажа, да, выбрать там позу. Ну, я думаю, все будут выбирать позу раком, да, чтобы все раком стояли вот так и долбили в сракотам. И потом в начале игры на базе вы сможете ставить статуи. В принципе, это оригинально, конечно же. Это, в принципе, никак не повлияет на игру вообще. Ну, неплохое добавление. Молодцы. Ну, International у меня нету, к сожалению. У меня есть на другом аккаунте. Самоцветы и смайлики. А где еще описание? А, вот она. Компедиума. Спящий самоцвет наконец-то пробудились. Ну, это опять компедиум собирать. Заколебали, короче. Я бы его купил. Может, еще раз его купить? 300 рублей. Вот они, видите, смайлик, компедиум. Идем дальше. Вот, мы видим, что добавили футболку. Футболку с арканой. И вот самое главное, вот, ох, какая красота. Поехали, игровые изменения. Герой Брудмузер добавлен режим... Капитан Мода. Это, кстати, жестко. Так что, я думаю, на турнирах теперь очень часто будут Бруду пикать. Очень часто. Потому что Бурда неубиваемая. Ой. Герой Феникс тоже добавлен СМ, Капитан Мода. Исправлена ошибка, при которой длительность оглушения гомном округлялась в меньшую сторону. А я не помню, что это такое. Middle Pulse. Посрать. Исправлена ошибка, при которой у иллюзии отображалось неверное число зарядов БКБ. Ну, это ерунда. Исправлена ошибка, которая создавала рекурсивную петлю урона при использовании украденных патов. Ага. Это когда у этого воровали. Когда Рубик воровал у Батрайдера стики. Напалм. Исправлена ошибка, при которой Спирит Бир не мог подбирать руну богатства. Это медведь, у который от Лондруида. А он же раньше не мог руны подбирать, что я не помню. Он, наверное, все подбирал, кроме руны богатства. Исправлена ошибка, при которой Блэйд Фуру не развеивала негативный эффект от пуша. Так, Блэйд Фуру. Негативный эффект. Блин, Блэйд Фуру это не БФ, это не оружие, я вспомнил. Блэйд Фуру это первый скилл этого... Джигарнауду, Блэйд Фуру, да. И он не рассеивал пунч, все, я понял. Я понял. Блин, что происходит? Я сказал, блин, это баг. Это баг. Ладно, идем дальше. Исправлено некорректное взаимодействие эффекта очищения с неуязвимостью героев. Bane, Ember Spirit, Void, Morph, Storm. Очищение с неуязвимостью героев. Ну, понятно. Исправлена ошибка, при которой в сохраненных играх руны не появлялись вовремя. Никогда такого не видел. Исправлена ошибка, при которой в сохраненных играх не запоминалось число зарядов БКБ. Никогда такого не видел. Исправлены редкие случаи, когда переподключение к игре после перезагрузки клиента не срабатывало. Никогда такого не видел. Эффект эффектов. Как красиво написано. Эффект эффектов. Эффект Totem Portal Scroll сделан более ярким, чтобы лучше совпадать с цветом телепортирующего героя. Вот это, кстати, плюс. Хотя, в принципе, не было проблемы, да, когда человек телепортируется, я всегда понимал, каким он цветом. Но теперь он будет более сильнее выделяться, то есть вы всегда будете знать, кто телепортируется сюда. Идем дальше. Ну, видите, вверху исправили баги, это хорошо. Ну, как у меня тоже по работе, когда 1С выпускает новые релизы, да? Выпускает новый релиз, исправили 3 бага, появилось сотня новых багов. Здесь то же самое будет. Исправили эти баги, появились еще 500 багов. Ладно, идем дальше. Сеть. Улучшено распознавание некачественного соединения. Теперь он срабатывает, если качество соединения ухудшилось. Будь здоров. Теперь она будет срабатывать, если качество соединения ухудшилось у нескольких игроков. Матч можно покинуть без последствий. Ну это бред. При обнаружении некачественного соединения. Такое бывает, да. Только игра начинается, бац, всех выкидывает и говорит, плохое соединение. Но это плохо, пускай сделают так, чтобы не было плохих соединений. Некачественное соединение матча можно покинуть без последствий. Результаты игры не будут записаны, предметы для предсказания не будут использованы. Исправлена ошибка, при которой предметы, в том числе награда за выполнение испытаний всех героев, не выпадали в конце матча, если игроки очень быстро покинули игру при задержке окончания игры. Типа, если игра закончилась, ты сразу вышел, ты не получал предметы. Лохопеды. Ой. Боты. Добавлен бот АПА, добавлен бот Оракул. Боты больше не могут выкупаться в игру, будучи под действием... вот это вот рэпер Шива, это, только я помню, это у Дихлофоса ульта. Когда ты собираешь аганем, я, по-моему, делал гайд на него, там уже это работало. Когда собираешь аганем Дихлофосу, Дихлофос, Некрофос, Некролит. Это все одно и то же. Когда собираешь аганем и убиваешь героя с ульты, он не может выкупаться. Вот, боты не могут выкупаться. Ну, звук. Я играю без звука практически. Вкусняшка. Добавлены новые звуки для каждого типа рун. Ну, может быть это хорошо, но я играю без звука. Добавлен новый звук при использовании LinkinSphere. Добавлен звук при использовании Хем Доминатор. При активации второго скилла бара. Там же у нас раньше... Подожди, второй скилл? Да, у бара первый разгон, второй скилл скорость, третий баш и ульта прыжок. Раньше же второй скилл у бара вообще была пассивка, теперь это активка. И когда ты делаешь разбег, я потом сделаю СП на бару. Когда делаешь разбег, нужно всегда жать второй скилл, чтобы увеличилась скорость. Добавлен звуковой эффект к атакам дизолятор. Да ладно, вот это вот интересно уже. Обновлен звук для способности слэм у Рошана, когда у него жопа взрывается. По-моему, это. Но это не баш точно. Обновлен звук для героя Виндрейнджер. Виндрейнджер, да. Кстати, я забыл, что ее же переименовали. Раньше была Виндрейнер. А я просто не смотрю никнеймы героев, я всех наизусть знаю. Ну, вот Виндрейнджер. Так. Базовые атаки, которые не нанесли урона из-за промаха, больше не будут издавать звуки. Так, сейчас секунду одну. Так, все, продолжаем. Базовые атаки, которые не нанесли урона, не будут... Издавай звук, это мы прочитали. Интерфейс. Интерфейс. Добавлены новые индикаторы здоровья для крепости, Рошана и крипов. Вот знаете, что я всегда хотел? Когда ты смотришь, например, или реплей, или какой-нибудь турнир, там вверху, да, у нас отображаются герои. И под ними отображается ХП. Так почему нельзя сделать это в обычной игре? Ну, само собой, за нашу тиму, чтобы у всех героев отображалось под верхними иконками ХП. Это было бы так удобно. Любой всякий там дерево, тренд, там, любой чен, у которого ульта хилит. Они бы смогли наблюдать за картой. То есть просто смотреть вверх. Видишь, что мало хп у героя? Похилил. Это было просто минутка истерики. Ну ладно. Но добавлены новые индикаторы здоровья. В смысле добавлены новые. Они просто изменились, они же были всегда. Наверное, изменили. Контентное меню предметов позволяет переложить их в тайник, будучи мертвым. А раньше еще нельзя было? Не помню. Исправлены редкие случаи, когда нажатие под предмету врага, зажатая клавиша Alt, выдавала сейчас сокращение описания. Сокращенное описание, я такого не помню. Это стрелочки, что ли? Нет, это не стрелочки. Теперь LinkinSphere отображается иконкой в статусе при использовании на союзниках. Ну ладно, иконку добавили LinkinSphere. Исправлена ошибка, при которой не отображался индикатор Шивы, если герой не имел возможности выкупиться в игру. А, вот! То есть теперь, когда вы на Дихлофоса Некролит, который... Давайте еще раз. Раньше он был Некролит, потом Некрофос, теперь он Дихлофос. Кто не знал, всем новичкам посвящается. Это Некр. Вот, теперь, когда Некр собирает Аганим и убивает его, героя с Аганима, у героя теперь будет внизу иконка. Типа, вы не можете выкупиться, потому что вас обоссали. И вы чмошник. Идем дальше. Переключение... Как много... Ох! Видео, наверное, будет долгим. Ну ладно, все-таки мы смотрим обновление и обсуждаем. Мы не просто читаем, обсуждаем. Переключение между юнитами при помощи Tab. Теперь выбирает и иллюзии. А, ну это я не знаю, это хорошо или плохо. Если не помечена опция приказа всем юнитам, команды зажатой клавишей КТРЛ будут отданы только выбранному юниту, а не всей выбранной группе. Да, это посрать. Это может быть для МИПа полезно. Теперь иллюзии, вызванные способностями или предметами, сохраняют настройки контрольной группы после смерти иллюзии. Их повторно бла-бла-бла. Что я прочитал, я не знаю, я вообще ничего не понял. Ладно, идем дальше. Урон, получаемый иллюзиями, теперь отражается в способностях и описаниях предмета, видя общее число урона. Что? А, подожди, о. То есть теперь, скорее всего, вам будут писать, сколько иллюзия ваша сможет выдержать урона. Это было бы очень хорошо, это было бы реально удобно. Но это нужно потом будет посмотреть на деле. Обновлены и изменены некоторые подсказки. Давайте сейчас я делаю устное прочтение, а потом чуть позже я сделаю уже обзор нового героя. И там некоторые элементы интерфейса измененные тоже посмотрим. Так, обновлены и изменены некоторые подсказки, ладно. Добавлена возможность отображения краткого итога боя. Ну, может быть, хорошо. При просмотре матчей через Dota TV вы сможете видеть сигналы и рисунки игроков на карте. От этого мы не видели, по-моему, да? Мы видели, по-моему, рисунки на карте. А, или я смотрел через этот... Через Twitch. Ну ладно. Можно, значит можно. Добавлена возможность сортировать предметы в арсенале по времени их получения. Вот это, кстати, хорошо. Очень хорошо. Оценка товарища по команде в прошедшей игре изменена с 3 критериев до 1. Ну, тоже хорошо. Экономика. Исправлено падение игры. Экономика. Почему падение игры экономика? Ладно. Вызываемые частицами оружия... Что? Типа, когда ты оружие на Леона брал, падала игра. Хорошо. Исправлена неработающая анимация глаз у летающего курьера. Первый раз слышу об этом. Исправлено отображение внутренней стороны наручи и у брони. Первый раз слышу об этом. Исправлено неверное положение портрета у Кристал Мейден. Тоже первый раз слышу. Лучше бы исправили лысую Кристал Мейден. Это было бы гораздо полезнее. Разблокирован набор Вольф Хантер для Лондруида. Добавлен набор. Типа новый набор? Посрать. Исправлен фактический размер варда. Посрать. Исправлены точки фиксации глаз у курьера. Посрать. Обновлен эффект ула, посрать. Обновлены смайлы, посрать. Обновлены смайлы из набора. Но все такие мелочи. Мастерская. Магнус... увеличен размер оружия у Магнуса. О, смотрите. Элдер Титан. Альфа-тест разблокирован. Все, теперь будут штамповать на него и темы. Элдер Титан, твой выход пришел. Все, и последняя страница осталась. Как я долго это все записывал. Давайте последняя страница. И потом мы посмотрим уже Оракула в деле. Вот, последний. День 3. Охота на заклятых врагов до 7 декабря 2014 года. Каждый день в течение этого события Оракул будет собирать тех, кто убил его список врагов. А, наверное, опять какие-то эмвенты. Если ПА встретится с этим врагами в нерейтинговом матче, где любой из игроков имеет ее арканы... Вау! Смотрите, если вот у кого есть новые арканы на морту, вам не нужно играть в рейтинговую, вам нужно играть в обычную игру. И там, в этой игре, скорее всего, вам будет каждый раз, в каждом матче, выдаваться типа контракт на убийство. Ну, ваших врагов. Вы их будете убивать, за это будут получать призы. Если ПА сможет уничтожить свою цель до того, как она уничтожит ее саму, контракт будет выполнен. Если объект контракта уничтожит... Нет, это реально новый тип игры, то есть у вас появляются контракты. Все игроки, победившие этого матча... все игроки, победившие команде, которая также выполнила контракт, вы награждены трофеем. Каждый день... Вам будут трофеи за это еще давать, это хорошо. Не, прикольно. Список заклятых врагов Оракул. Вау. Этих героев Оракул боится больше всего. Это типа антигерои, что ли? Вау. Да, смотрите, это антигерои. У меня дота упала. Ссать! При встрече ПА с одним из этих. Прикольно. То есть, получается, Фантомка будет убивать антигероев Оракула. При встрече ПА с одним из этих героев на поле битвы ей будет выдаваться контракт на убийство, я уже это сказал. Видите, по мере того, как контракты будут выполняться, эти герои будут вычеркиваться, будут появляться новые. Прикольно. 43 тысячи, 45 тысяч, 4 тысячи. Когда они уже успели? Только обновление недавно вышло. Видите, сколько раз уже убивали Оракула. Прикольно. Кладбище. Вау. По мере того, как ПА успешно завершает контракты, некоторые герои будут вычеркнуты из списка врагов и перемещены сюда. Эти герои будут учитываться как умершие достаточное количество раз и больше не будут, частью убийства заклятых врагов. Пока никого нету. Время капризно. Не стоит недооценивать силы, которые ты можешь привести в движение или остановить. Ага, ну-ка, что это такое? Немезис Ассасин. Подожди. Необходимо ли наличие предмета арканы, да, чтобы участвовать в событии? Нет. Прикольно. Если один из игроков матча имеет предмет... Уматно, вау. А вот это, видите, мы не знали. То есть, получается, даже если у вас нету арканы, но она будет у кого-нибудь из участников, то все смогут участвовать в эвенте и получать награды. Это хорошо. Что я получу за успешное выполнение контракта? Множество предметов. Победители также получают трофеи. Тут не написано, что вы получите, просто предметы и трофеи. Обязательно ли выигрывать матч, чтобы завершить контракт и получить награды? Да. Дальше читать смысла нету. Что требуется для активации контракта? Ну, я уже говорил, хотя бы один игрок с арканой. В каких игровых режимах могут быть активированы контракты? Любая игра создана через нерейтинговый подбор. Запомните, нельзя рейтинговую игру и нельзя с ботами. Так что у кого лов приоритет, поздравляю, вы можете играть. Каким образом можно улучшить аркану? Это нам без разницы. Так, что случится, если Фантомка отправит всех героев на кладбище? Если все герои будут на кладбище, событие начнется сначала. Все, продумали. Как можно узнать во время игры, на чье убийство был выдан контракт? Вот. После начала игры все игроки увидят цель контракта. Также вы можете открыть таблицу результатов, чтобы увидеть контракты. Ну все, короче, офигенно, интересно придумали. Абсолютно оригинально, никогда такого не было в истории человечества. Фух, мы потратили с вами много времени, чтобы это все прочитать. Я считаю, что мы все сделали правильно, все полностью поняли, все, что можно было. Особенно молодцы, что в конце они сделали ответ на частые вопросы. То есть здесь мы тоже многое подчеркнули. Теперь что сейчас делаем? Это видео я заканчиваю, сейчас поиграю сам, посмотрю, что за контракт. И просто постараюсь сегодня чуть позже записать уже отдельно этого героя, обзор этого героя, его скиллов и так далее. Все. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, всем пока.